Вот решила немножко прогуляться опять после своей очередной процедуры в центре города. Что-то поздно начала снимать. День сегодня хороший, погожий. Настроение тоже вроде погожее. Вот. Сейчас пока куда гляжу. Ну, вот это наше Култучное озеро. Вот. Все тот же неизбежный центр города, который я люблю, в котором живу. Вот. Иду сейчас домой. Сегодня приедут дети, Илья со своей девушкой. Вот, поболтаю с ними, пообщаемся с молодежью, так сказать. Ой, как хорошо, конечно. Это прям вот как в песне Пугачева. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною след. Смотрите, здесь вообще-то у нас вот такая, я считаю, конечно, немножко уродливая вот конструкция. Но здесь вообще фонтан. Ну так, водичка должна литься. Сегодня она не льется. Такой вот комплекс. Тут его все еще облагораживают. Каждый год одно и то же. Боже мой, мы хоть в этом году решили вот сделать клумбы, что-то наподобие. Это вот недоделанный ресторан. Не знаю, когда они доделают. Такой долгострой какой-то. Вообще ресторан Яранга находится там, вот во дворе. Видите, вот эти две башни, там вход. В принципе, неплохой ресторан. Там была несколько раз. Неплохо, неплохо. У нас любят там отдыхать. Дискотеки, мероприятия там устраивают. Ну, неплохо. Неужели готовится веранду? Ну нет, я думаю, нет повод. Что-то возня какая-то идет. Забор убрали, оставили только вот этих истуканов. А вот, видите, вон там мужской монастырь. Угу. Это ресторанчик Камбала. Там я ни разу не была. Не знаю, думаю, немного потеряла. Вот. Ну, такая вот территория тут внутри. Заходить, честно говоря, не очень хочется. Тем более ненавижу эти звуки. Просто ненавижу. Ладно, сейчас до конца дойду. Покажу. Вот. Вот такие ворота. Типа все так под старину. Видите, там так. Ну ладно, немножко зайду. Так, чисто поснимать. Так, что это? Ну, в общем, как-то это... А, вон он. Кстати, фонтанчик. Ладно, пройдусь до него. Вот такая вот территория. Как мультики, да? Мой любимый, один из любимых мультфильмов. Ну, кто из Советского Союза, тот поймет. Наша территория, или эта территория, зовется акваторией. Зовется акваторией. Ребята. А, это вот такие вот мусорные баки, домики. Нет, тут еще в руке пакет шуршит. Ну вот, смотрите. Ну, внутри вот так. Какая-то музычка играет, чисто будет слышно, нет. Ух ты, это тут сирень. Какая красавица. Сирень. Так, собачка. Вот, смотрите. Так, собачка. Смотрите, мне очень похоже. Вот этот фонтанчик. Ухо! Чуть-чуть.
А вот это, кстати, открытая веранда. Вот тут можно есть. И вот такой вот фонтанчик. Угу. Вот так вот лучше, да, вот видно. Угу. И вот так вот на фоне. Надо вообще сюда приехать, конечно. Мне, конечно, сейчас не верю, что это смотрите, домик какой-то. Наверху, видите? О, классно, класс. Здорово, здорово. Угу, такая вот верандочка. Можно есть. Слушайте, ну я к сиреневым кустам. Смотрите, какой, значит, редкий цвет сирени. То есть она такая голубая какая-то сирень. Смотрите. Здесь какая красотища. Вот кусты. Вообще, да? Ой, пахнет как. Ой, класс вообще. Ну вот, сирень. Такая классная. Запах стоит даже от этих нескольких соцветий. Смотрите, какая красавица. Так, ну тут музычка. Не буду много снимать. Ну и, конечно, изображение нашей Камчатки. Этого я еще не видела, кстати. А может, и было, и не обращала внимания. Там на втором этаже замечательные посадочные места. Ну и вот так вот, вот такой вот прогулочная такая территория. Ну, в общем, сижу на остановке. Мой автобус ушел прямо перед моим носом. Буквально я там не добежала, не знаю, несколько секунд. О, какой-то едет. Может быть, даже мою. Значит, посмотрим. Ладно, сижу, жду своего автобуса.